Огурцы на зеленом рынке не заканчиваются, но цены на них за неделю выросли. Почему подорожали огурцы, узнала наш корреспондент Дарья Булига. На зеленый рынок люди идут за огурцами, чтобы их засолить или замариновать. Но удивляются, когда видят цены. Неделю назад огурцы можно было купить по 7-8 рублей, а то и за 5. А на этой уже по 13-15 за килограмм. Почему так? Ведь огуречный сезон закончится еще не скоро. Повысить, потому что сильно очень большая жара. Ну то есть жарко, и они все горят. В теплицах уже мало кто выращивает, это уже грунтовой пошел огурец. Вот, поэтому он от жары начинает и крутиться, и светлеть начинает, вот он уже такого цвета. Сильно жарко. Их уже нет, они уже сохнут. А будут еще? Если люди пойдут на второй заход, то будут. Покупатели ждали, пока цена упадет, и можно будет покупать побольше. А тут цена, наоборот, поднялась. Приходится брать, какие есть, хоть и цена не устраивает. На засолку беру огурцы, которые очень-очень дорогие. Хотелось бы подешевле. А как вы думаете, 15 рублей – это разве цена? 8, 10, 7 разные были цены, но мы все надеялись, что будет дешевле, оказалось еще дороже. У продавцов есть и другое оправдание, почему они подняли цены на огурцы. Это Мирабелла сорта, это Арктика. Солится, маринуется. На прошлой неделе такая же цена была? Или... Нет, было 7-8. А почему сейчас такая высокая? А потому что на Кишинев все забрали, там дороже. По 25 рублей. И нашим тоже, получается, людям приходится покупать по такой цене. Ну да, что делать? На рынке мы нашли и счастливчиков, кто купил огурцы подешевле и уже заготовил на зиму. Сейчас покупают только на салат. Я уже засолила. Успели подешевле? Успела по 8 рублей. И вот такие вот маленькие, аккуратненькие, исключительные. А сегодня рынок дорогой. На рынке мы нашли самую рекордную цену за огурцы, это 20 рублей. А почему они столько стоят? Потому что это родничок. И такая цена на него? Да. Откуда? С песка. У этой бабушки за утро купили 10 ящиков родничка. Когда мы ее заметили, у нее оставался один, и тот наполовину пустой. За родничком идет настоящая охота, но если покупатели его не найдут, берут, что осталось. Какой сорт ваш любимый? Я люблю родничок. Ну вот эти мне понравились, я не знаю, как они называются. Мирабелла. А какой сорт берете? Мирабеллу. Другого нет. А хотели бы? Ну, хотели бы и родничок. Брать сейчас огурцы или подождать еще пару недель никто ответить не может. Но вот на что продавцы отвечают с уверенностью, до конца лета огурцы точно будут. И родничок тоже. Так что закатать еще успеете. Дарья Булига, Александр Зеленский, ТСВ.